Ленка, что с тобой? Там надо идти в ту сторону, Ну подожди, наш дом же вот там вот. Придется идти от земли. Давай я буду нести твои волосы. Остаток отделения должен равняться единице. На самом деле, в современных компьютерах, если я правильно понимаю, применяется тот же алгоритм. То есть там большое число делят и берут остаток отделения, и так получают все это случайное число. То есть дети догадались до этого гораздо раньше, да? Они делят большое число слогов в считалочке на количество себя. Остаток отделения – это номер человека, который берет. Например, у нас посчитали, что веники, бенники, ели, валеники, раз, два, три. Семь слогов у нас три штуки. Эники, бенники, ели, валеники, раз, два, три. Остаток отделения на три получается один, соответственно, первый же объект. Смотри, Гордей забрал одну, теперь можно показать, что на двух то же самое. Эники, бенники, ели, валеники, раз, два, три. Остаток отделения семи на два тоже один, поэтому снова первый объект становится свободой. И вода. А с четырьмя не работает. А с четырьмя уже не работает. Да хватит рычать. В гости с кастрюлькой еды. Это же как с бабушкой на дачу. А, это мы без супчика в кастрюле. Не без супчика, а без борщика у тебя. Видимо, русская бабушка была, а не украинская. Эталонное проведение расхламления. Моя подруга раздает вещи, которые ей больше не нужны. Она все развесила, все разложила, все аккуратненько. Можно зайти примерить. Дверь закрывается. Идеально. Все бы так делали. Так, Яша. Малыш, Машин, что происходит? Что происходит? Самая маленькая шлейка на него, естественно, супер, супер велика. Вот пришлось застегнуть фиг знает как. Не за те колечки, ну то есть вот это вот лишнее, что осталось еще. Маффин, ты что такое? Air Tractor Sport. Так, что мы будем делать? Подожди, ладно, не надо есть листья. Не надо есть листья. Нет, не могу. Да ты, боже мой, Пафин, это же просто магия. Кира через дорогу переносит, переживает. Я тоже переживаю. Очень страшно. Он же такой маленький. Тут стоит отметить, что вот эта няша, она начала гулять, мне кажется, месяцев 8 у нас. Потребовалось несколько месяцев носить ее каждый день на руках по несколько раз, чтобы она начала ходить по улице. Этому 3 месяца. Нет, мы не едим непонятные субстанции. Проходите дальше. Кир, ты в школу пойдешь? Нет? От кого ушки дрожат?
закончился авокадо и сливочный сыр. У меня есть лосось, закончился авокадо и сливочный сыр. Такое ли можно терпеть такие вообще условия? Я рассказываюсь. Саду за вообще магазин. И за сливочным сыром. И за авокадо. Авокадо это же овощ? Нет, это круто. Выглядишь, да? Я кеда. Как выглядит возвращение детей из школы? Sausage dog. Я уже ответила, кажется. Вот это будет. Ты куда? На пробежку. А зачем? До форта и обратно. Потому что если побегать с утра, потом весь день чувствуешь себя полным силы и энергии, во-первых. Во-вторых, почему-то не хочется ничего есть. Потому что такой, я уже поработал, поэтому типа портить это, съедая какую-нибудь плохую еду, уже так себе идея. Вот я купил вчера кучу овощей, сейчас пойду побегаю и буду. Мальчик огонь. Мальчик огонь. Давай поменяемся. Я в свитере побегу, а ты эту мальчику наденешь, когда я еще быстро вернусь домой. О, нет. Маффин, почему ты такой глупый? Не надо есть поводок. Вперед, вперед. Идем, смотри, где Няша. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, 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 давай. Кажется, это один из моих запоздавших подарков. Давайте открывать. Ну что здесь? Здесь типа Zero Waste дезодорант. Они утверждают, что у них все такое типа экологичное. Давайте заглянем. Написано, что дезодорант без алюминия. Вот эти штуки, они по ощущению бумажные. Ну, кажется, так и есть. Написано 100% compostable. Сама упаковка внешняя, она из алюминия по ощущениям. Черный цвет всегда очень плохо получается на видео. Какое-то все всегда пыльное и страшное. И внутри, мне кажется, что это все равно пластик, честно говоря. Не знаю, может, какой-нибудь типа более эко-френдли.
Но сказать, что это абсолютно пластик-фри, я не могу. Здесь три рефила, пахнут не очень сильно, но прикольно написано, смотрите, сделано в Нидерландах, ну, в смысле, сделано в Голландии. Два рефила хлопок и морская соль, и один кокосовые мечты, что бы это ни значило. Это может быть и zero waste. Это, конечно, антиминимализм, потому что приходится хранить рефилы. Один начинает, а другая такая: о, мне тоже надо, хотя обычно не ест. Ясно. Ты чего глупые такие? Отдай листик, отдай листик. Кирюся, куда идем? Мы идем в другую сторону. В другую сторону от библиотеки. Хотя да. Несем книжки. Почему? И, потому что мы с Ингой играли вчера. Она меня забрала. Угу. Потом мы пошли вот туда, куда-то повернули. И мы нашли такое дерево прикольное, на которое хорошо залазили. И вы сидели на дереве? Да, очень высоко. Ну, все равно залез. У Киры классный новый свитер. Откуда взялся? Мы ехали в гости. Ездили? Ездили. В гости к Гризману. И вот его хозяйка... Как зовут? Маша. Маша... Сказала, что у нее есть вещи, которые можем помыть и взять. Угу. И ты взяла этот свитер, да? Да. А еще там был прекрасный розовый свитер с бантиком, который прекрасно бы подошел Кире. Но Кира сказала: нет, не тот цвет. Правда. Будь здорова. Мы обычно идем вот там, вдоль тех домов, и оттуда... Вблизи не видно, что, оказывается, они панели поставили не только на крыше, но еще и перед домом. Нам тоже так надо. О боже. Что-то страшное там происходит. Там раньше было здание парковки, а теперь только куча бетона. Ну не знаю, Кирюсь, наверное, что-то другое будут строить. Ну да, действительно парковку разобрали. Вернее, пока только половину обломки, да. Нормальная же парковка была. Что не так? Просто апокалипсис какой-то. О, да. Вижу. Жуть. Написано вот: парковка закрыта. А почему? Просто потому, что ее разобрали на части. Классика. Снимаешь? Да. Точно? Снимаю. Точно снимаю, смотрю. Мама постоянно пытается. Я вот это сейчас читаю. В школе? Да. Я уже где-то... Это комиксы, что ли?
Можно и так сказать. Так, это Кира меня притащила в книжный. Вот тут, вот эти. Это уже не библиотека. Да, вот тут вот что. Подожди залезать, я хочу снять, если ты там застрянешь. Ты знаешь, когда ты приходила на эту площадку? Знаешь, когда ты приходила на эту площадку? Да, это было 4 года назад. Да я не помещаю. Коленки не влезают. Я застрял. Серьезно? Помогать? Вылезла как-то. То есть мы не хотим делать только такие задания, которые все гарантированно сделают. Почти везде есть задания, которые как бы скорее на вырост. Время от времени вы будете без нас сами готовить завтрак, собираться в школу. Нет. Окей. И то же самое с обедом. Когда вы будете возвращаться, нас не будет. Разыгрывается последняя доза нутеллы. Вперед! Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два. Эй, она изменилась? Нет, Кира камень вытянула. Ну ладно. Кир, показывай четко сразу. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Окей, все, я вытянула. Зачем это изменилось? Не так. Все, малышка, напиши, что мы готовы приезжать в новый дом. Я абсолютно непобедим. У меня есть очень крутая дрель, но с этим СГС креплением, и теперь у меня есть переходник на стандартные сабы, которых у меня дофига. Поэтому я готов его продырявить как решето. Просто во всех направлениях.